И этих изменений много. С начала специальной военной операции у нас появилась дополнительная защита бортов. Раз. Да. Теперь мы можем смело сказать, что выдержим попадание РПГ, ПТУРов и так далее и тому подобное, ФПВ, дронов с кумулятивными снарядами, со сбросами. То есть там везде по периметру у вас стоит динамика? Да, везде стоит динамика. Соответственно, защита передних траков, катков, защита гидравлических патрубков. Против дронов «Камикадзе» огнеметчики используют еще один прием. Заряжают пакет карандашами не полностью, оставляя верхний ряд и два боковых пустыми, а еще лучше – наполняя их чем-то инертным. Если дрон в кумулятивном исполнении пробьет так называемый мангал и кумулятивная струя дойдет до самой кече, то лучше верхний ряд заполнить инертным материалом, который погасит эту кумулятивную струю и тем самым обезопасит работу экипажа. Конечно, самое заметное изменение на борту «Санцепёка» — это появившиеся вокруг пакета открывающиеся решетки. Мы называем на своем языке мангал. Это мангал, скажем так, в нашем кустарном исполнении для защиты качающей части от ударов выпала противника. Сейчас уже пошли первые машины в заводском исполнении.